родителям следить за маленькими детьми. Она состоит из двух половинок, похожих на телефоны. Одну из них мама оставляет у себя, а другую ставит в комнату, где спит малыш. Если ребенок вдруг проснется и заплачет, одна половинка радионяни уловит этот звук и передаст по радио другой половинке. Через нее мама услышит плач малыша и прибежит,